вот на фоне кровавых событий на Украине в этом году проходил 69-й День Победы. Мы решили спросить ветеранов Великой Отечественной, что же они думают по поводу гражданского противостояния на Украине и конфликта между Москвой и Киевом. Мне очень больно смотреть на то, что происходит на Украине сейчас. Больно, потому что я помню нашу общую историю. Помню, как мы защищали Керчь, как 120 тысяч грузин сложили головы на том фронте. Это наше единое прошлое. Оно нас объединяет, и от этого никуда не денешься. Поэтому памятью о Великой Отечественной войне можно восстановить мир и наше единство. Говорили во время войны, немцы называли «Русский швайн». Русской свинье, да. Но подразумевается не русские. Там же все воевали, все нации, все национальности. Поэтому мы и победили, елки. Вот поэтому я и хочу, чтобы мы все время так жили в мире, спокойствии, в дружбе. Где же вы теперь, друзья, однополчане, боевые спутники мои? Да дружба была, что мы различали тогда? Евреи, украинцы, мы же не знали, кто какой национальности, ребята. Мы ничего этого не знали, мы все любили друг друга. Я могу только пожелать украинцам на этой территории, чтобы вспомнили, как мы защищали и каким трудом мы побеждали на Украине. Вот только так сейчас преодолеть все отрицательное, что сейчас еще там пробивается. Сейчас такое время, которое мы достигли своей судьбой. Так живи на здоровье и живи, и здравствуй. Чего еще нужно в это время?